Сегодня Православная Церковь отмечает праздник Воздвижения Креста Господня. Воспоминаются важные события царствования святого равноапостольного Константина Великого, в правлении которого были прекращены трехвековые гонения на Церковь, а именно обретение креста, на котором был распят Иисус Христос. Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил сегодня божественную литургию в Московском храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, а накануне возглавил всеночное бдение в храме Христа Спасителя. История праздника ведет свое начало с 326 года, когда в Иерусалиме чудесным образом царицей Еленой был обретен крест Господень. По сложившейся традиции, в канун праздника за вечерним богослужением в храмах совершается чин воздвижения креста. В этот день в храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл возглавил всеночное бдение. После великого словословия предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин воздвижения креста. Для всеобщего поклонения крест будет находиться на аналое в центре храма до отдания праздника 4 октября.